Также у меня появился новый надежный продавец монет. Сделать все быстро, качественно и, главное, надежно. Подписки, игры, покупка и продажа монет на любые платформы. Обращайтесь, Матвей Золотов. Также при заказе от 1 миллиона монет идет бонус 100 тысяч монет. Также бонус по моему промокоду NotAnton поможет вам во всех делах с Матвеем. Он также сотрудничает с Гудмаксом, Серегой Креативом, а также Кленом. Поэтому обращайтесь. Вся информация в описании под этим роликом. Также у него есть группа в Телеграм-канале, на которую обязательно стоит подписаться, ведь там будут розыгрыши, какие-то крутые призы. А все это где? В описании под этим роликом. Открываем пак за 650 тысяч монет на аккаунте Евгения. Спасибо им огромное за это. Очень хочется увидеть кого-нибудь топового, как обычно в паке. Надеюсь, что мы не увидим полный скам. Поехали, вперед! Тотсы гарантированы. Да, вратарь, девочка, да? Нет, не девочка. Это Симон. Можно нам там внутри какого-нибудь топчика завернуть одного, хотя бы? Просто, чтобы было прикольно. Ну да, Савио, как обычно, здесь. На базе. Я смотрел эти паки, Савио всем падает. Так. Афина есть. Афина есть. Тибербатов, кстати, лол. Нет, Афина 70 тысяч. Говно, короче. Пресс F, то респект, как говорится. Так, награды на аккаунте Мистера Би, который просто замечательный человек, и всегда нам дает их открывать. Огромному спасибо за контент. Я не знаю, за 11 или за 13. Ой, за 14. Давайте вскроем их и кайфанем. Надеюсь, что Мистер Би тоже кайфанет. Игроки Реала в студию. Это, видимо, за 11. А, это уже неплохо, кстати. Это уже неплохо. Сюда. Так, что у нас стоит? Джоу Феликс, 2 ляма. Камовинга 400 тысяч, Карвахаль бесплатный, да, видимо? 36 тысяч. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Нормально. Фелиш сюда просто. Фелиш и берем. Вот так вот, смотрите, люди придают свои идеалы просто. Человек болеет за Реал Мадрид, а берет Фелиша. А есть Карвахаль. Прекрасный Камовинга. Вот. Я бы Карвахаля, конечно, взял, он прекрасен просто. В общем, человек придал свои идеалы, и за это сейчас поплатится и получит замечательного. Просто замечательного. Вот, Ника Уильямса. Предал и получил. Второй пик, конечно, просто супер. Первый был хороший, второй супер. Слушай, ну, неплохо. Неплохо за 11 побед Жао Феликса красного. Ну что, отстрадали аккаунт, так сказать. Вообще могли на 16 даже как-то пойти, но игра сказала, что 14 вот на последнем матче — это оптимальный вариант для тебя, братан. Так что успокойся, вот тебе 2 пика, кайфуй. 1 из 4. За 14 побед. Так, стат поменяем, чтобы никого не обманывать. Так, ну заказ, короче, Винни, Белик и Рюдигер. Пика 2, но игрока нужно 3, так что игра, давай, не облажайся. Со второго начинаем. Вот сразу они втроем. Винник, Беля и Рюдигер. Все трое прям тут у нас. Понимаю, да, понимаю. Какое говно. Сам выбирай. Да, блин, они все дешевые. Я бы просто рейтинг взял, так что давайте Гутьерреса хотя бы, не знаю. Пик, будь хорошим, пожалуйста. Не огорчай, не зря же играли. Играли не зря. Савио на базе. Пацаны на базе, ура! Награды просто огонь. Прям радости полные штаны. Так, замечательный пак за 125 тысяч, в котором, как обычно, ничего не будет. Тотс продаваемый. Сюда, Испания. ПЗ. Карваджаль. Двойной волкаут. И Савио. Я удивлен, я польщен, согласен не Беллингем, но все равно это приятно. Монетки возвращаются к хозяину, так сказать. Как сказал хозяин аккаунта, дайте, пожалуйста, хотя бы Рюдигера. Игра, пожалуйста. Ничего сложного нет в том, чтобы дать Рюдигера. Испания, ЛЗ. Я понял тебя. Можно Рюдигера хотя бы? Карвахаль. Заебись. Может, Родриго под ними сидит и прячется? Да, под ними прячется Вивиан. Так, 86x2. Это облак, хорошо. Но там будет тост. Видимо, не жирный. Канцело поймали, лоу. О, это неплохо, это неплохо, это недорого, конечно. Я вначале, когда я видел цену его, там что-то она была 600, там тысяч вроде изначально. Сейчас уже меньше, но это все равно очень приятно и можно его затестить. Так, ну что, у нас очередные 14 побед после статы 0-3. Опять... В конце забрали, небольшой пот, конечно же, был, но в целом за примерно 2 часа мы добрались от статы 2-3 до статы 14-6. 2 пика, я ни на что уже не надеюсь, время полтретьего, дайте что угодно, всему обрадуюсь, спасибо. Вот, раз обрадовался, так, сейчас сразу второму обрадуемся еще, видимо. Игра, первый пик, плохой, ты это видишь, дай второй пик, хороший, у меня бюджетный состав, у меня никого нет, давай. Спасибо. Ух, эта игра.
Ух, приятно. Ну, возьмем Уильямса. Пик один из трех тостов на моем аккаунте. Дай просто что-то играбельное. Ролловтус чик. Это хорошо. В центре поля будет бегать парень. Сколько стоит, кстати, сейчас интересно? Ну, недорого. Ну, ладно. Хорошо, сойдет. Три тотса Ла Лиги за Викинд Лигу на моем аккаунте. Игра. Давай уже с тобой подружимся наконец-то, и ты что-то мне дашь. Бразилия, ЛП, это Савио, это понятно, хорошо. Второй будет 93+. Дай играбельную карту. Давай. Писка. Сосиска. Сюда. Ну, не могу сказать, что плохо, но и Вильямс. Писка стоит 350 тысяч. Ну, неплохо, наверное. Может, заиграем его как-нибудь. Давайте вскроем еще один гарант. Ла Лига Тотс гарант. Германия, ЦП. Гюндоган. Слушайте, а это прикольно. Он вроде не очень дорогой, но карта классная. Цена там что-то 1300 у него вроде, если я не ошибаюсь. Может, уже меньше, конечно. Сколько стоишь? Ну, 250, неплохо. Ну, Буф говорит, отдаем. Ну, заскаемся, что делать? Это просто топ-контент. Один из 4 УТ Champions из 11 красных собрано. Спасибо огромное Буфу за контент. Игра, пожалуйста, не заскаем нас, пожалуйста, полностью. Много раз пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Заскамились, что сказать. Так, ну что, игра, давай, 286+. Нужен Тотс. Спасибо, Тотс есть. Бразилия. Соп, понятно, Казимира. Понятно, хорошо. Дай хорошего тотсика. Прикольного, кайфового. Одного, Джиру дай. Чалханоглу. Сюда. 94-й Чалханоглу. Нас прям батят Интер собирать. Интер к нам. Интер сюда. Слушай, ну неплохо. 350 тысяч. Енот есть, Тривелла есть. Так, ну что сделали за состав Вестхэма? То есть игроки только из команды Вестхэм. Старые, новые, все, кто вот сейчас... Играют в аренде, не в аренде. Классный состав, тематически, играть прикольно. Тяжело, конечно, есть слабые места. Дали 2 пика за 11 побед. Давайте их откроем. Я ни во что не верю. Владельцу аккаунта тоже, в принципе, никто не нужен. Поэтому просто открываем по кайфу. Надеюсь, что прикольного кого-то увидим. Ну, Берарди, кстати, неплохой. Берарди что-то стоил, вчера я смотрел. Дай Жиру, я все прощу. Игра, давай. Пеллегрини, Рабьё, Смолинг. Пеллегрини будет у нас. Вот такие пики за 11 побед, 93 рейтинг. Ничего хорошего, ничего плохого. Огромное спасибо Динару, собрал 2 кумира 90+. Игра, пожалуйста, удиви нас хорошим чем-то. Нужен Ян Райт. Давай, Райта. Не Райт. Ну, видимо, рейтинг тогда. Первый был не Ян Райт. Можно второго, пожалуйста, Ян Райта. Он очень нужен на этом аккаунте. Мальдини 94-й. А вот это прикольный пик. Сколько он стоит, интересно? 2 миллиона монет просто сюда. 2 миллиона монет. Слушай, это пушка прям. Мальдини. Ты прекрасен просто. 2 миллиона. Кайф. Кайф. Спасибо Алексею за пик с кумиром. Сейчас мы вытащим ему очередного Яна Раша. Надеюсь, что их не убрали из пиков. Иначе это очень грустно. 1-2 раз. Ян Раш, приди к нам. Слушайте, ну неплохо, кстати, Райт. Довольно годная картоночка. И Бутра тоже довольно годная картоночка. Человек стоит миллион монет. 5-5. Сюда. Come on, let's go. Бутра сюда. Пушка, пушка, красавица, пушка. Лям монет просто. Из ничего. Блин, собирайте, короче, кумиров, пацаны. Если кому-то нужно поймать там что-то, обращайтесь, вы знаете, кому. Так, а у нас тут Тотс 90+. Любой. Давай Криштиану Роналду, и мы договорились. Почти Криштиану Роналду. Кстати, кстати. Абердорф хорошая. Если я не ошибаюсь, у нее 5-5. 5-4. Не на кухню, так сказать. 400 тысяч. Слушай, ну неплохо. Годно, годно. Так, ну что, давайте откроем награды за 14 побед на Тотса в серии А. На аккаунте Сани играли на PS4. Слоты закончились, поэтому открываем 2 пика, а потом пак с 3 Тотсами. Огромное спасибо Сани за то, что разрешил открыть. Дай нам крутую карту. Одну хотя бы крутую карту. Но это явно не та карта, которую мы хотим. Так, ну чё, давайте. Второй пик. Игра. Мы страдали. На PS4. Ну, зомер как бы, да. Ну что, за ВЛ-ку набор с 3 тотсами. Игра, пожалуйста, давай. Первый будет зомер, а дальше уже вот кого хочешь подвози. Давай. Бразилия. Бремер, ясно.
Можно второго ни Зомера, ни Фергюсона? Дай крутую карту. Димарко. Ну, это тоже шляпа, конечно, та еще. Ради этого играли в Айлку, считай. Бенасер. Бенасер тоже дешевый. Все дешевые, к сожалению. Два пика за 11 побед у Жени. Начинали со стата и что-то там 3-5 или 4-5. Что-то такое, в общем. Может, 5-4, уж не помню, если честно. Пикцы за ВЛКУ у Жени. Поехали. Ушка, огонь. И второй пик. Спустя некоторое время. Подождали. A few moments later. Дай Тео. И Фергюсон. Что за пушка? Ура, 14 побед, опять со стата 0-4. Спасибо игре. Мы нашли скрипт, который позволяет делать 14 побед без труда пота. Конечно, не без пота, шутка. Поэтому 2 пика за 14 побед, хотел сказать за 11. Нет, за 14, плюс еще пак с тремя тоссами. Первый. Жиру. Слушайте, а я говорил, что я буду очень доволен, если мне упадет Оливье Жиру. И вот он пришел. Это же прекрасно, это же кайф. Я очень рад, он стоит миллион. Ну или около того. Блин, очень круто. Так, и второй пик. Уже все поймал. Можно, в принципе, и Бастони еще. Слушайте, и Бастони. А Бастони сколько стоит? Я доволен. Бастони лям и Жиру 560. Слушайте, неплохо, неплохо. Усилим состав, обновим. 3.85 плюс продаваемая. Тотса дали. Чалханоглу? Нет, этот сопник. А, Чалханоглу. Блин, прикольно, продаваем и Чалханоглу. Слушайте, награды хорошие, я доволен. Я прям очень рад. Сколько он сейчас стоит? 1200, да? Надо будет его продать. Классно, классно, классно. Все хорошо. Набор с тремя тотсами серии А на моем аккаунте за 14 побед. Очень хотелось бы увидеть какое-нибудь французское свечение. Франция. ЦП. Рабьё. Просил француза, дали француза. И Зомер. Ясно. Сам просил Францию, сам получил. Хотел, конечно, Тео. И Смолинг. Замечательные награды. Собственно, если вы досмотрели до этого момента, вот мой состав, в котором я отыгрывал прошедшую Викинг-лигу. Здесь буквально парочка топовых карт. Это Рио Фердинанд, естественно, это Фоден и это Рафинья. Все остальные, можно сказать, что бюджетные бесты. Мне очень нравится карточка Далглиша, и я вообще считаю его лучшим нападающим в игре. На тот момент, когда он выходил, он был жестко переоценен, плюс он забрал все апы, он исполняет у меня все штрафные и практически всегда забивает. У него идеальные тайминги, у него идеальные финессы. Для меня это просто до сих пор лучшая карта в игре. Но, наверное, когда-нибудь настанет момент, когда я его сменю, но пока что я играю вот именно им, и он мне очень нравится. Края обороны. Довольно неплохие девчонки. В принципе, во претензии каких-то вопросов у меня к ним нет. Очень хорошие, добротные и, самое главное, дешевые. В центре замечательная пара Рио и Канате. Хорошие карточки, но Канате у меня сейчас сменится на Бастоне, который мне упал за прошедшую Викинг-лигу. Зика в центре просто не могу, к сожалению, поменять. Некого поставить. Нужен человек с 5-5 на финтах, но у меня такого нету, поэтому играет до сих пор Зика. Также очень хорошее нападение у меня это Фоден, Кунку и Рафи. Финья, все с пятерочкой на финтах. Карточки интересные, прикольные, но, конечно, уже это не мета, это не топ. Ну и вот таким составом можно спокойно брать 14 побед. Ну а после этой Викинг-лиги мой состав выглядит как-то вот так. У меня есть теперь Бастони, у меня есть теперь Жиру, у меня есть теперь Лофтус Чик. Возможно, я еще обновлю Зика. Ну и посмотрим, получится ли взять у меня опять 14 побед со стату 0-3 на ультимейт тотсов. Также буду пробовать. Ничего страшного, если не получится. Главное, это то, что это работало, и это должно работать и дальше, на мой взгляд. Ну и если вы уж прям до сюда досмотрели, то подписывайтесь на мой телеграм, там я провожу розыгрыши на бусты, на бесплатные, на платные. Это все очень недорого, это все очень актуально, по крайней мере, на текущий момент. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь. Все условия будут у меня в телеграме. Ну а на этом все. Пока. Увидимся на ультимейт тотсах. Приходите на стримы.